Истец обратилась с иском о компенсации материального ущерба. Ответчик с иском не согласна. Пожалуйста, истец, изложите свою позицию. Ваша честь, у меня иск материального вреда в размере 34 048 рублей. Так. Вот ответчиком... это ответчица, вот эта вот Зина, она мне уничтожила мой бизнес, вот, и поэтому надо с нее эти деньги снять. Мне они очень нужны, эти деньги. Ну, суд разберется, снять надо деньги. Ваша честь, вы не смотрите... обстоятельства иска. Объяснить, при каких обстоятельствах ответчик причинил вам ущерб, что был за бизнес... Ваша честь, вы вот не смотрите, что она так выглядит, да? Вроде как интеллигентная, я солидная. Я не смотрю, как она выглядит, я слушаю вашу позицию. А на самом деле она бандитка, она террористка, она уничтожила мой истец. Бизнес. Истец, истец. Она такая же торговка, как я. Мы торгуем на перроне ближайшей станции, торгуем чем? Пирожками с мясом. Пирожками торгуете, да. С мясом, так. И она вот уничтожила мои пирожки, бросила прямо в пыль. И оборудование. У меня, кстати, сын полицейский. И он купил мне заграничное оборудование для того, чтобы я как-то торговала пирожками. Вот. А я это имею очень хорошую добавку к своей пенсии, потому что я не молодой человек. Пенсия у меня мизерная. А сейчас я лишилась бизнеса и этой добавки. Все это вот сделала эта Зина. При каких обстоятельствах Зина уничтожила ваш бизнес? Она устроила драку, свалку на перроне. Вот. И в этой свалке погибло мое оборудование. А там у меня все было подготовлено для нормальной торговли. Вот у меня лицензия есть на торговлю. И есть это, справка санстанции. А на оборудование, которое она уничтожила, вот у меня есть товарные чеки. А, что за оборудование? Такой контейнер. А в контейнере... Вот такой, как холодильник, только он не холод держит, а термостатный такой шкаф. Тепло держит, держит, очень тепло дорогой. Держит. Стульчик складной, тележка. И потом оборудование для приготовления чая и кофе. Все пропало, все пропало. Мало того, пирожки, которые она выбросила, 200 пирожков я каждый день делаю, она их... в пыль бросила, вот, кстати, по 70 рублей. Это еще 13 тысяч. Но это входит я в эти 34. Я ничего не бросала, не выдумывай. Я каждый день замешиваю это тесто, 200 пирогов шикарных. Один в один, как на солнышке печеные. Вкусные, ровные, красивые. Ну, пирожки прелесть, разлетались вообще. Отравленные. Ответчик. Заткнись. Ну, и почему ответчик? А эта Зина, напала на вас. Значит, было утро, как всегда, мы все товарочки разложили свои пирожки. Вот. Ну, у меня, как всегда, самое лучшее оборудование, прекрасное. А мы всегда ждем поезда Туапсинского. Он приезжает, у них остановка 40 минут. И оттуда много идет пассажиров, которые покупают. Ну, и ко мне, конечно, большая часть всегда бежит. Вот. И я, конечно, утром успела продать. Вот у меня и записано, но всего 5 штук. Вот у меня тут бухгалтерия. 5 штук продала. Успели продать, так. Вот, и мы ждали этих пассажиров. Поезд пришел вовремя, пассажиры все, естественно, выбежали, и большая часть ко мне прибежала. Вдруг нарисовалась впереди меня. Ой, притворщица. Молчи! У меня нога болит. Нарисовалась вот тут впереди меня. И как вот руки подняла, и караул, эта товарка, говорит, травит пассажиров, пирожки у нее отравлены, у нее тухлое мясо, и вы все пассажиры будете в туалете сидеть до самого дома. В общем, я, до конечно... До самого Туапсе, да? Да, Туапсе. Я ее схватила сначала за руку, потом, значит, начала оттаскивать от своих пирожков за платье. А она нет, она отбивается. Мало того, вы не представляете, самое главное, душу мне порвала. Вот так вот взяла за нижний конец и ларьбу с пирожками вывернула прямо на асфальт, прямо а в вот пыль. А вот это неправда, не трогала я твои лапки. Хватит перебирать мое слово. Вот, и, короче, вывалила.
Вот, и вы представляете, ну так что там это в пыли, а что наверху? Народу-то собралось много, мало того, и товарки собрались все. Ну и, конечно, туда-сюда толчая какая-то, туса создалась. И вы представляете, пассажиры, что вот эти пироги, которые сверху, они начали подбегать и их как бы воровать и убегать. Вот в пыли, которые лежали. Так в пыли-то внизу лежали, а вверху-то еще лежало много пирожков. Вот, не все запачкались. Мне кажется, точно будет сложно им до Туапсе доехать. Ну, не знаю, я вам говорю, как было. Короче, стали подворовывать, толкаться. И, короче, в этой толчее вот такая драчка маленькая организовалась. И они помяли, и упало мое все оборудование, потоптало. Вот, то есть, вот. Представляете, я-то не виновата. 200 пирогов и оборудование, все. Но я уже, слушай, хватит. И я уже думаю, нет, буду держать ее, потому что она сопротивляется, хочет тоже удрать. И вот я ее держала, пока эта самая полиция, там свистели, прибежала эта полиция, и, в общем, я ее сдала полиции. Полиция была? Полиция была, так. Протокольчик вот составили, протокольчик, вот. И, ну, протокольчик и... передайте, пожалуйста. Пожалуйста. Да, вот еще, да, справка о побоях. Потому что она мне тут еще попинала меня, когда я ее оттаскивала. Вот. Так что протокольчик-то составили, а урон-то нанесен. Пожалуйста, пусть она мне выплатит деньги. Позиция вашей суду понятна. Ответчик, суду. Рассказывайте, пожалуйста, свою позицию. Вы с иском не согласны. Ваша честь, ни в коем случае не согласна. Обстоятельства, которые сейчас я вам все расскажу. Она заявление на меня не подала, потому что я не виновата ни в чем. Я, видите, сама пострадала, она меня побила. У меня руки в синяках. Вот это до сих пор. Это истец вам вот эти меня... тоже причинил вот эти вот вред здоровью? Истец, конечно, да. Она же как танк, она же бешеная просто. Вот, я побои сняла. У меня тоже есть справки, вы что думаете? Я не просто так. Я вообще-то не ожидала, что она мне... Плакат, это вот что такое? Плакат я вам сейчас расскажу. Подождите, не спешите. Я вам все по порядку расскажу. Короче, вот эта вот Галя, вся округа знает, что она по дешевке скупает тухлое мясо, пускает их пироги и продает. А что станция? Народ проезжающий, сверху-то некрасивые, да, берут, да, едут. А что по дороге? Сколько проклятий теперь от пассажиров, вы даже не представляете. А если дети поели? Ответчик. Ты топала головой? Так вы заботились о здоровье проезжающих, вот устроили разгром? Я заботилась о здоровье, да, она ж пол России отравила, вы представляете? Значит, она стоит на станции, а королева, да, у нее же полицейский сын, ее никто не трогает, поборы с нее не берут, санэпидстанция не подходит. А с вас берут? С нас берут. Ну, я много раз подходила к ней, ваша честь, подходила. Галя, прекрати травить народ. Больная. Продавай нормальные пирожки с хорошим мясом. Нет, она ж не слышит совести. Нет у нее совести. Ей все равно, кому плохо, кому неплохо. Ну вот, не выдержала я. Вот в один момент написала плакат. Извините, я не могу. Вот плакат хочу показать. Помогите, пожалуйста, у меня рука. Не могу особо двигать. Написала плакат, встала перед нею. Вот, написала, значит, плакат. Пироги с тухлятиной, 70 рублей, съешь и отравись. Не выдержала я, травит она народ, понимаете? Акция вот такая, да? Съешь нормально. И отравись. Это пикет мой, чтобы она не продавала. Все, спасибо, пристав. Такие отдайте, пироги. Сердобольная нашлась. Без доказательств. Обвиняет вообще. Есть у меня доказательства. Все у меня есть. Какие у вас есть вот доказательства? Именно. Она меня толкнула, я упала. Я ее ларьки не трогала. Она меня толкнула, я упала. И вот в этой потасовке я подобрала ее пирожок. Я стырила этот пирожок. И знаете, специально я стырила. Потому что я сразу скумекала, что надо на экспертизу отнести. Надо же доказать, что она отравой торгует. Я отнесла эти пироги. Да, я не побоялась ее сына, мента, милиционера, то есть полицейского. А чего мне бояться? Сколько можно травить народ? Ужас же какой! Ваша честь, она свои пироги отвезла. Точно. Или мой пирог что-нибудь нашпинцевала. О, сумасшедшая. У вас есть результаты этой экспертизы? Результаты, да, я сделала за свой счет. Через экспертизу пристава и сделала. Документы так это о побоях. Так это ваши пироги, ваша честь.
Опять же, без доказательства. Ты придурочная! Что я свои-то понесу туда? Значит, с моей что-то расшприцевала. То есть вы взяли, как утверждаете, пирожок истца и отвезли его на экспертизу. Совершенно верно. Экспертиза показала, что он не надлежащего качества. Да. Что есть его невозможно. Пирожки из тухлого мяса. А откуда я должен знать, что это был действительно пирожок истца? Так у меня в тот день не было. Я тот день не торговала. Я просто подошла к ней специально вот с этим плакатом. Не придумывай. Так, ответчик, значит, вы все-таки признаете, что встали с плакатом, началась потасовка, в результате своих действий уничтожили имущество истца. Я не уничтожала, я не трогала. Это людские проклятия до нее скопились. Мистика что, какая-то, да? Как вы думаете, это отрицание? Хорошо, у меня больше нет вопросов. Суд удаляется для принятия решения. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения сторон, оценив все представленные сторонами доказательства, решил в иске о возмещении материального вреда, причиненного здоровью и имуществу истцы, отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку в данном случае требования о возмещении материального ущерба, причиненного как здоровью истцы, так и ее имуществу, основаны на обвинении ответчицы в совершении наказуемых деяний, а именно преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное уничтожение или повреждение имущества с причинением значительного ущерба, а также по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение легкого вреда здоровью. Свою вину в совершении данных преступлений ответчица не признает. В рамках гражданского судопроизводства суд не вправе устанавливать вину лица в совершении уголовного преступления. Вина лица в совершении уголовного преступления устанавливается в соответствии с нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В данном случае оснований для удовлетворения вашего иска нет, но суд разъясняет вам право обратиться в правоохранительные органы с привлечением ответчика по указанным статьям за причинение вреда вашему имуществу и за нанесение легкого вреда здоровью. Если вы считаете, что истец торговала пирогами ненадлежащего качества, вы вправе также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечении истца к ответственности по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Вы обращаетесь с заявлениями о привлечении ответчика. Если вы считаете, вы можете обратиться в отношении истца. Но, однако, истец, если обвинения, которые вы предъявляете к ответчику, доказаны не будут, ответчик может вас привлечь к уголовной ответственности за клевету. Все понятно? Все правоотношения сначала разбираем в порядке уголовного судопроизводства, потом приходим взыскивать вред гражданский. Решение суда понятно сторонам? Понятно. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Конечно, после решения суда я расстроилась, но я решила обратиться в правоохранительные органы. И Зинка эта мне обязательно выплатит все до копеечки, не только деньгами, но и пирожками. Я так хочу, и так будет. Я очень рада. Суд принял справедливое совершенно решение. Я ей ничего не должна. Я не виновата ни в чем. Это ее промах, это ее вина. Она на меня налетела, не я на нее.